Это не смешно, это трагедия. И вот в чем вопрос. Сколько арабов у нас будет через 10 лет? Сколько арабов через 10 лет будет заседать в Кнессете? Мы же демократия, конечно. Мы хотим, чтобы они были в Кнессете, конечно, точно. Уже сегодня в Галилее арабское большинство. Это наша Северная Ирландия. Взять район Вади-Ара. Если проехать через Израиль между Афулой и побережьем, хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать еврейские поселения. Все арабские, арабские. Тайба, Фира, Бака. Разве это вас не беспокоит? Пусть это вас не беспокоит. Если кто-то встанет и скажет, значит так, я за демократию, и если арабы станут большинством, значит не судьба. Израилю придется сойти со сцены. Если вы так скажете, отлично, по крайней мере это честно. Вы враг еврейского государства. Поэтому мы должны выбирать. Мы должны принять решение. Но прежде всего мы должны прекратить дурачить арабов и презирать их, как эти чокнутые либералы.